Уважаемые друзья, не всегда мы обсуждаем события, которые произошли непосредственно на этой неделе. Было событие, которое по правам может занять... Эхом вернулось к нам. Так вот, друзья, свадьба года. Эксклюзивный репортаж и интервью только в журнале ОК. Все подробности торжества. Но только в журнале ОК и во всех журналах страны. Первый. Единственный в мире эксклюзив, который попал везде. Но дальше тут все по порядку. Ага. Вот Наталья Водянова, которая собиралась на свадьбу. Так, дальше. Вот гости. Лера Кудрявцева, Дольче Габбана. Саша Савельева, Джорджо Армани. Оксана Федорова. Роберто Кавалли, Светлана Коркина, Прада. Одни фотографируют здесь. Олеся Судиловская. Где мужья, которую ты называешь сейчас? Сереж, это название не мужей, это имена водителей наших звезд. Олеся Судиловская. Тут, ЦУМ. ЦУМ. Давай назовем ЦУМ. Это тогда. ЦУМ. ЦУМ. Зара. Зара. Зара, Зара. Смотрите, по словам Яны, перед свадьбой она 3 дня подряд не могла ни есть, ни спать и похудела на 2 килограмма. И Женя говорит, на 1,5, Ян. Вот это очень интересная фотография. Лера Кудрявцева увидела первое платье от... Яна купила в Париже платье от Зухара Мурада. От чего помогает? Зухара Мурада. От чего? Вот хорошая фотография групповая. Смотрите, Женя, Яна, Тина, корреспондент газеты «Жизнь», который несколько нарушил эксклюзивность репортажа. Здесь видим, мы это за несколько секунд до броска. А как элегантно Женя подарил ей ключ от квартиры. Передает ей ключик. Вот, видишь? Вот он. Школьная фотография. Посмотрите. Том Форд, Армани, дети предоставлены Бананарама. Я думаю... А вот это человек. Как это, как интересно, да? Это фотограф, он нажал и побежал. Но смотрите, какое счастливое лицо у золотого голоса России. У платинового секс-символа мира. Так. Ну? У бриллиантового прыжка федерации, я бы так назвал. Что сказать? Вот, кстати, это Дима на секунду выбежал. Ему говорят, Дима, вам слово. Он говорит, перед тем, как сказать тост, снимусь в маленькой рекламной кампании. На следующей странице. Да, на следующей странице. И сразу сюда. И сразу вернусь на это. Да, на... Смотрите, как красиво. Дети не отпускают Яну. Ну как не отпускают Яну? Этот ребенок с Кутузовского проспекта пришлось за ним. Зацепилась девочка с Сережкой. Вот женщину не пустили на свадьбу. Просто штаны верните, ну. Не, не штаны. А это второй раз она уже подошла. В первый раз, говорит, вы хотя бы трусы наденьте. И Лера Кудрявцева вышла, говорит, и, Димка, где фотографируют на рекламу? Там, сейчас, я тоже. На 37-ю и обратно до 26-ю. Что надо рекламировать? Вот смотрите, это Николай Валуев уже через секунду после того, как он вышел из торта. В общем, друзья, дайте секунду. Что бы мы ни говорили, я думаю, что и Яна, и Женя в наших словах услышали, конечно, самые главные ноты. Это ноты теплой, уверенной зависти. Будьте вы счастливы!